Надежда Васильевна и Любовь Николаевна от нас пошли утром, помолились. И вот они что-то застряли в дверях, то ли открыть не могут. Сегодня у нас 21 марта 2022 года, понедельник. Они приходят к нам, мы тут молимся вместе. Ну и беседы идут. О, дверь открылась. Одна учительница, вот она в белом, а другая врач. Самые ответственные люди за состояние народа. И священники еще. Вот их будут держать на скамье подсудимых. Отвечать за распад России, за прочие. Вот дверь открыта, а там будет открывать. Сказал, дверь не открывает, пока эту не закроешь. Это стоит дверь, держите открытой. Видишь, та вполне может кошка выскочит, когда она выйдет. А нет бы обе вместе зашли, теперь это нельзя, то ли вспомнили. Слава Богу, зашла кошка, не выскочила. Благодарю. Ну, а теперь можно посмотреть тут, что у нас есть. Все, видно, заперта калитка. Покажите, как вы это... А? Полку-то сделали. Как полку сделали, покажите. А, полку сделали. Ну, давай, вчера. Ты сейчас расскажи, что у тебя там было вчера. Вчера ничего не засняли, а показать. Я с той стороны зайду. Что у тебя тут случилось вчера, авария какая? Ну, я полез шторку закрывать, вот посюда, вот поэтому. На стул встал и отпился об эту полку. И здесь... Она была вот так прогнута вниз. Да, точно так же, вот как здесь вот прогнута. Вот так. Ну и тут еще... было пластиковое это крепление, оно обломилось, и все это рухнуло, рассыпалось тут зерно, все это вот. Вот пол, тут держи. Голубина. Полное ведро пшеницы, тут и голубей я держу, да. Когда... О, я запечатал его. Это все просыпалось. Ну не все, половина только. Половина, вот это, как половина, это да. Так? Семечки просыпались там. Там вот сколько банки, это все полетело. Да. Вот как. И все вчера вечером вот прибили там пластинки, да, теперь. Перевернули вот эти вот бруски, вот прибили. Тут. Все это сделали. Вот. И теперь оно держится лучше. Угу. Да слава тебе, Господи. А еще кружка сломалась. Кружка полностью разломилась. Он вот, ее, видишь, я не как? Знаю, в камере будет видно, нет вот этого черта. Вот она. Вот так вот кусок выпал полностью. Я его на суперклей посадил, все, она сейчас нормально держится. Ну, слава Господу. Она бедная страдает, до этого была ручка отпала, а сейчас тут этот кусок улетел. Ну, ты ей больше всего пользуйся теперь. А оперся, конечно, ненадежно. Сейчас можно, да хоть не опираться, но не упадет. Нет, да не надо опираться, это я просто случайно... Даже сравнивать не приходится. Это... Ну, так, сегодня у нас понедельник. Слава Христу. Печка тут затопили, тепло теперь.